Ёбать, а, ребята, а это нормально, что у меня звука не было, прикиньте? А как так-то? Так. Нормально, я тут эпическую... А почему звука нет? А? Вот, это я... Белка, можно с твоего стрима вырежем? Кстати, это... Так у меня не пишется, что вы говорите. Ну, это я репетировал, значит, да? А сейчас по-настоящему... Спасибо за подписку. Центирутус. Центирутус, да. И не Сикараки, а Сикрая. Сикараки. Сикараки, милая, ты чё? Раз. Ой, Белка, не позорься, все. Здравствуйте, ребята. С вами сегодня будет Юга, сегодня миссия Сикараки, сегодня моя невероятная мощнейшая команда в виде невозмутимого и в то же время скрытного ниндзя-штурмана Декса. Человек, который может одним, как говорится, кирпичом положить весь данж КГБ, и будет он спать спокойно. Белка с тысячами цветов, которая своими клинками разрубит все, что у нас будет на пути. И самое главное, летописец нашего мира Black Desert Ada. Ну и в качестве пати-лидера ваш, как говорится, дорогой Юга. Сегодня мы с вами проведем невероятные приключения в новом данже Сикараки. Сегодня посмотрим на боссов, поглядим скольз на загадки. Мы сегодня хотим сконцентрироваться на такой вещи, как убийство Центируса. Правильно, да? Центирутуса. Центирутуса, да. Вот. Господи. Центирутуса, да. Вот. Соответственно. Так, вот это мы тоже нафиг сегодня повырубаем. Соответственно. Сегодня мы будем проходить бинго. Это три задания, чтобы вы, дорогие мои зрители и все игроки нашего русского сервера получили награды. Задание я оглашаю прямо сейчас. Это самое первое, легкое, сделать скриншот на фоне входа в Сикаракиум. Второе, это сделать групповой скриншот на фоне Серпена и сделать любой... Это среднее и самое сложное, сделать любой скриншот в момент битвы с Центирутусом. О как! И вот это мы сегодня вам покажем. Дружочек, пирожочек, большое тебе спасибо за перепортизм. Ну вы готовы? Я рад тебя видеть на своем канале. Да, капитан. Не, сейчас мы для вас самый первое бинго будем выполнять. На счет три мы попытаемся синхронизироваться и попрыгать, чтобы сделать первое задание. Вы готовы? На счет три. Раз, два, три. Большое спасибо. Еще раз. Прыгаем. Добро пожаловать. А Белка... Не прыгает. Зажимайте пробел. Давайте, зажимайте пробел, и мы будем все это синхронизированно прыгать. Групповую химку на прыжок предлагают. Это мы безумно рады тем, что, конечно, уже пришли в подземелье. Немножко спойлеров, ребят. Мы сегодня, как я уже сказал, хотим немного сделать акцент на убийстве босса. У нас довольно-таки очень сборная команда ПГС. У кого-то он очень большой, у кого-то чуть поменьше. Попробуем сегодня его потраить, посмотреть, что из этого выйдет. Да какой, да, как говорится, конечно, желание есть его убить. Да, победить, закрыть этот данж. Но в целом будем смотреть по обстоятельствам. 4 часа сегодня мы будем проводить вместе внутри данжа. Заодно исследуем его и посмотрим. Ну что, ребят, давайте, наверное, покажем ребятам по загадкам, пройдемся и до второго босса. А покажем скрытую загадку, и сразу мы пойдем до второго босса. Как вам такое? Команда, вы тут? Так командуй! Ну так, вперед! Нет, КГБ, тебя не слышно почему-то. Почему да, КГБ? Вот теперь КГБ слышно. Я думала, мы загадки в конце будем. Если может быть, мы после Центуриса пройдем, покажем все загадки. О, какие же вы все... Да, сразу на... Второе бинго. Сразу на второе. Ну давайте пойдемте на второе бинго сразу. Почему нет? Ребят, загадочки бинго, все покажем. Чтобы купончики были. Да. Сначала купончики народу. Ну да, ну по-любому тут сейчас все говорят. Не надо нам эти загадки, дайте нам 200 крон. Правильно? Правильно. Здорово, привет, звери, здоровки. Всем здравствуйте, ребята. Всем не буду сильно сегодня таргетировать чат. Модераторов прошу, как говорится, быть более концентрированным на нарушителях. Большое спасибо появятся. За подписку и добро пожаловать погнали. На канал. Так, в итоге что, на босса? Да, 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 идем на Серпена. Братик, не надо. Так, почему я как лидер команды на самом конце? Ну, в принципе, я замыкающий. Смотрю, чтобы вы там ничего из карманов не выронили. Закрываешь, да. Да. Здорово, отец. Следи, чтобы никто не отстал, да? Все верно. Ну, а то вдруг там.
Сейчас кто-то нападет, давайте знания пойдемте полутаем, давайте посмотрим. Нет. Знаю я вас. Я не буду. Да, только если случайно сейчас, пробежки случайно зашла в куст, который на третьем этаже, пятого подъезда, четвертого этажа, там совершенно случайно туда залетела на ланке. Да, вот так как я летаю тут, срезая все возможные пути, то это возможно. Ребят, где вы? На боссе. А вы уже на боссе? Я за югой. Не, подождите. Я уже готова. Слушай, я на шифте бежал, а я что-то... Как так вышло вообще? Может, я немножко не... А, нет, все, я туда пришел. Не-не-не, нормально. Так, огласите, что надо сделать на задание. Сейчас нужно вызвать босса и сделать рядом с ним групповой скриншот. Так, ребят, второй босс могилы Сики, он же Серпен, сделать групповой скриншот на его фоне. Давайте я его вызываю. Не забываем про жемчужины, Белка, ты ответственная за жемчужины. Я? Принято. Все, у тебя отлично получается его станет. Юга, у тебя эффекты Понял. Опять выключены, Юга. Почему? У меня включены эффекты, на стрим зайди, посмотри. Я своих не вижу, в том-то и дело, поэтому я говорю. Не знаю, почему ты их не видишь. У меня так, жемчужинки включено. Не трогайте, не переносите их с тех мест, где они лежат. Прозрачность эффектов есть, все есть. Нет, там эффекты твоих игроков, галочки должны быть сняты. Почему? Они сняты у меня? А, нет, не сняты, лол, прикинь. А как так? Видать, не применил. Ну я вижу твои эффекты. Ты сейчас метеор, да, кидал? Да. Ну-ка, бахни еще что-нибудь. Я видела. Все, есть эффект. О-о-о. Страшная штука. Запускаю босса. Встаньте все в пятером сюда, и я запускаю, подойду и сделаю скриншот. Вокруг жемчужины вставайте. Да. Так, это столб, не надо Идите его трогать. На место в центре. Все. Слушай, нифига себе, прям под музыку вызывается. Или это музыка под босса? Да-да-да-да-да-да-да-да. Интересно, двоих можно вызвать, так? Пики. В центре стоим. И делаем скриншот. Ну что, скриншот сделан. Пора наказывать его. Ты скажи, успел? Да, успел. Башни. Во время того, как бьем, можете еще просто поклацать. Башни. Он их зарядил. Так, надо скилл было заблочить один, я забыл после. Ой, нет. Так, внизу мы убили все башни. Mm-hmm. Можно все бить. Чисто. Все заблочил. Еще одна башня была, не? Нет, все добили. Нет. Убили. Все. Вливаем. Пять башни. Угу. Ну он как лучи свои сейчас бросит на башню, можно бежать их убивать. На дальнюю бегу. Бегу. Разбежались. Дашуль, привет. Всем, ребятки, еще раз здравствуйте. Он раскидал или нет? Я что-то понять не могу. Нет, передумал. Он реально передумал. Вот опять. Ну, силовые ядра пошли. Но он пока не кинул в них. Бака, братик, спасибо тебе за рейдик. Ребятки, всем здравствуйте. Вот, да, теперь башни. Все, башня убита. Чисто. Между первой и второй надо успеть выпить третью. Забрали. Ты уже успел? А вы в курсе, что вот этот чувак все эти бусины уносит от нас? Какой? Вот. Кто-то. Ты нет, вот лежат все. А моих бусинок очень много, привет. А он нам в рот приносит. Он нам приносит их, да, подближе. Потому что их... У меня они там не отображались. Все, бьем. Жемчужина бездна отливается на энергию. Иду. Ой-ой-ой-ой-ой, больно. Я не могу их отсюда поднять. Хотите поржать? Все. Вытащила.
Бегу. Все взяли. Прям перед ним надо стать. Делайте скрин, дамаг. Красиво. Дамаг, 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 ребят. Скрин сделан. На всякий случай, как говорится. Я тоже, если что. За спину встаньте. Это музыка игровая. Так, контролирует устройство, ребят. Это будут башни, когда он кинет в них лучи. Башни еще рано, дамаг. Вот теперь лучи, теперь расходимся по башням. Так, внизу самый дальний вынесла. Башня убита. Ребят, вся музыка сейчас, это вся из данжа. Вся музыка и все, это все из игры. Дамаг. Так, продолжаем пока вливать, пока он не это не расстрелял. Это, мне кажется, так должны добить. Добьем, 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 добьем. Жемчужина, но можно не брать жемчужину. Повалил меня. Все, добиваем. Хорош. Угу. Все, с этим покончено. Итак, что у нас по итогу? По итогу у нас уже готовая проходка. Соединяем. Получаем изогнутые щупальца Сики. Так, загадку будем решать? А нам все равно придется с лазерами. Я сейчас посмотрю, открыто там или нет. Да, лазеры светят. Нужно решать. Ждем, подожди. Все ждем. Белка, ты. А, ты уже улетела, что ли? Она там, я она проверила. Ё-моё. Я проверила. С кубиками до загадки. Мы все загадки, гадс, прошли. Мы вообще до этого на тренировках прошли абсолютно все загадки. Так, Декс, скажи, когда включать. Может, по скиллухе попробуй. На скиллухе? С неуязом только ты единственный, который можешь туда долететь. Один может добежать и отключить их. Я попробую. Тогда нужно всем там стоять. Так если он... Оно все равно не сильно быстро. Готовый, давай. Включаю. Я прошел. А, ты прошел? Ты выключил? Да, открыл. Выключил, заходите. Бежим. Давай. Спасибо. Я даже урон не дочусь. Красавчик. Замечательно. Я не смогла тогда пройти. Странно, ты же летаешь. А они же на разном уровне высоты. Все прошли? Да. Да. Так, нам с рыбкой ничего не нужно же делать? Нет, просто убить. Угу. Так, 2 бинго из 3 сделано. За 14 минут стрима. Все собрали лутину? Да, открывай. Юя. Открывай? Да, мы готовы. Во взгляд, Сики, поехали. Пускай нас. Самый любимый босс вообще. Волк, вообще, да, мне тоже он больше всех понравился. Он очень красивый. Он самый понятный. Ну, помимо понятности, он просто красивый. Вот эта рыбка летающая. Очень красивый, мне нравится. О, музыка нарастает. Так. Кит сейчас своих мальцов высадит. Или в него уже можно вливать, подожди. Нет, вот столбы появились. Сейчас он и высадит их. Появились. Обновите бафы. Воу, 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 воу. Осторожно. Так. Так, так, так. Кит. Так. Все. У нас латрон один. Давай. На дальний, белка, главное. Да, виду. Осторожно, белка, дамаг. Привет, Сашуль. Так, все. Я вроде. Все. Поставили. Большое спасибо. Приготовьте за подписку и добро пожаловать на канал. Толку ж нет, он все равно заскакал. А что он убежал?
Все, дамаг вливаем. Вливаем дамаг. Вливаем дамаг. Ребят, ну, в этот раз 40%, даже больше, ну... Еще бы 10 снесли, и вообще бы было идеально. Интересно, вторая бы стадия... Так, не забывайте, что сейчас будет ОЕшки большие. Малышей нужно обратно поставить. Ой. Я даль... Так, ОЕшка первая, 20. Осторожно. Минус ребята. Один. Встаем. А, да, внимательнее. Так, здесь два на одном стоят. Вперед. Отгоняю. Ну давай, 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 ползи. Где еще один? Вот, веду. АОЕ. Центр. Да ты выдвигайся. Поставила. Всех поставили? Да, маленькая. Волшебность покроса убиваем. Китику убиваем, да? Да. АОЕ, осторожно. Еще одна. Там стадии у маленького нет, осторожнее у ешки. В центре. Ой-ой. Знаете, почему мне больше всего очень нравится этот босс? У него заналки не красные, а желтенькие. Ну, вот мне не нравится, например, потому что я не вижу из-за своих скиллов. Тихо, осторожно. Отхиливаемся. Я просто напряжен, ребят, сейчас. Волнуюсь, понимаете? До финального босса дойдем, выдохну. Mm-hmm. Осталось-то всего. Ну, я просто под водой задержал дыхание, дышать тяжело. Ну, блин, ну я с ролиплей, ну вы чё? Максимальное погружение в пространство. АОЕ, осторожно. Столбы бить можно. Столбы, разве можно? Еще рано, мы еще не нельзя, убили. Мы маленького, маленького не убили. Добиваем. Убили. О, сейчас будет вроде как тоже. АОЕшка, разбежались по столбам. Каждый на один столб встает. АОЕшки, осторожно. Все, сейчас не будет этого дыхания. Это спидран? Да если бы. Вы уверены, что мелких не надо поставить все-таки сейчас? Мелких? Что, нет, музыка поменялась. Так, вот теперь, по-моему, столб... Нет, еще не активно. Подожди, а мелких мы реально... Почему? Мелкого нужно подвести к столбу, чтобы начать бить столб, нет? Сейчас, сейчас. Подводим. Все, мелкий по столбам у меня. Вот, теперь же он сейчас даст бить столбы. Все, приостановлено, ослаб. Босс объем. Столбы, когда он будет в следующей стадии. Почему? Затупили. Флот, эта стадия, видишь, она уже пошла сейчас. Вот теперь уже можно мне как... По-моему, не пошла. Теперь все. Можно. Вот, теперь можно датчики, передатчики энергии разрушать. Есть. Все, ждем, когда упадет последний передатчик. Есть. Остался. Все. Добиваем. Убиваем рыбочку. Мне он так нравится, он такой хорошенький. Мне его жалко. Мы тебя в следующий раз оставим, когда вне стрима проходить. Можешь с ним побегать. Хочу себе пета такого и кататься на нем. И кота. Так, нам теперь нужно соединить... Кинжалы. Получить кинжал падшего Йоуна. Все соединили? Да.
А, ну, в принципе, проходим. Сад. Югушка, я отойду меньше, чем на минуту. Сейчас буду. Ребят, за 21 минуту, с учетом того, что мы немножечко, буквально за 10 минут раньше убили первого босса, мы достигли финального босса. Это огромнейший змей, который обвивает этот... Господи, как же этот куб называется? Не куб, а... Ада, напомню. Ну как он эту штуку обвивает, вот этот куб? Как он? Ну, у которого мудреца украл. Столб? Нет, у него там не кайф. У него там такая пирамидка. Нет, разве? Так это же не просто пирамидка, он же охраняет этот. Господа, можно предложение? Ну? А может быть палаточку здесь ребафнем, так как внутри нельзя ставить палатку? Ну давай ребафни палаточку. По очереди, видимо. Там внутри можно час находиться? Два. Два? Ну, два как раз. Марьяна проводит рейди к нам. Всем, ребятки, здравствуйте. А что, у меня у всех палатки есть? Почему? Мы с Дексом ребафнулись. Есть. Я тут, секунду. Так, а где вы ставили их? А, покажи. Ага, спасибо. Все, ребят, давайте. Некорректно. Не могу. Кто-то... Так, а я свой убрал? Я не могу поставить рядом с чем-то лагерем. Убирайте сразу. Ну, человек бафует, сейчас уберет. Так, я чуть-чуть музыку потише сделаю. Я не могу установить, как? Большое спасибо за подписку и добро пожаловать на канал. Готово. Все, ребят, буквально 2 минуты, и мы входим. Ой, есть, да, 2 минуты? Да, здравствуйте. Да, 2 минутки, все, ребятки. Большое спасибо за подписку и добро пожаловать на канал. И все, и начинаем. Сейчас. Секундочку. Привет, Антон. А у нас здесь миссия Сикарая. Сикаракия, да. Не-не-не, ты правильно, я не против абсолютно. Я за правильное произношение. Так, возьму пета на ХП туда вовнутрь. Мяу-мяу, меня слышно? Нет? Ты снова молчишь? Что? Я только зашел. Так, 2 Антона. Что теперь сделать-то? Ну, что я могу сделать? Так. Все, я на месте. Декса еще нет. Я даже пета на ХП вызвала. Кстати, ты отличную идею подсказала. Да. Я умная. Сам тебя не похвалишь, никто не похвалит. Все верно. Вы сбежали? Водички налить. Водить по пичке. Так сказать, собраться, разобраться. Это как Доза вчера говорил. Что вчера говорил Доза? Надеюсь, вы сегодня пройдете. Привет, добро пожаловать на канал. Ребят, в тестовый трай, который у нас был в первый день Сикараки. Первый или во второй? Во второй. Во второй. Сейчас я скриншот продемонстрирую. Все-таки. Мы с... кстати, ребят, надо еще по цветам разделиться. Мы вот это забыли. Белый. Синий. Синий я. А, ты синий. Поздно. Я красный. Нет, давай в прошлый раз. Я был красным, ты был синим.
А там не было зеленого цвета вообще. Да, да, но почему-то было написано в этом. Ну, я за белым посмотрю. Белый, синий, желтый, красный. Кстати, смотрите, еще раз показываю на стриме, какие у нас есть интересные скриншоты Сикараки. Вряд ли вы сможете сделать такой скриншот интересный. Я подарить этот скриншот? Нет, это два босса скорпиончика, которые показывают сердечко. Вот такое вот. Вот, соответственно, вот такой скриншотик есть, да, да, вот мы креативно подходим, как говорится, ко всяким штучкам. Так, а вот с боссом бы найти. Это у нас сердечки, это у нас второй трай как раз. Куча тестовых скриншотов. А, ну вот. Свирепый центироз, вот мы дошли до стадии доплит. Мы в тестовом проходе сняли 50% хп. Но так как мы шли долго, вот, соответственно, у нас времени уже не осталось грубо говоря, на саму комнату. Там осталось полчаса, и мы закончили. Да, у нас сгорят баши. Ну, все пришли, я надеюсь, уже. Да. Декс тут? Да. Ну что, начинаем? Вставляйте последний ключ. По рыбам напоминаем, да? Угу. Алхимку на автоюз. Смотрите. Декс, ты запомнил свой цвет? Запомнил свой цвет? Ты желтый был, по-моему? Я была желтой. Декс был зеленым, да? Но зеленого нету, как оказалось. Да, я красный возьму. Я красный. Я за белым. Ты можешь страховать. Все равно, ну, если 4 цвета, то последний может страховать. Я вообще все записываю, ну ладно. Ну, нормально. Так, я мультик покажу, ребята. Кто его не видел. Дзиньк. Декс, ты, наверное, можешь начинать по откатам. Страшно, очень страшно. Ребят, я говорю, я еще мультик показываю ребятам. Вы, надеюсь, не спрыгнули еще? Нет. Мы уже заканчиваем. А, вы заканчиваете? Как хорошо. Как хорошо. Так, все. Алхим-камень. Собрались, ребятки. Мы погнали. Бьем вторую стадию, правильно? Босса сразу отдалите. Летели. Вливаем сразу, у него двойка. Большое спасибо за подписку и добро пожаловать на канал. Так, изменение волны пошло. Сейчас будет первая стадия. Что я могу сказать, ребят? Сейчас увереннее на двоечке вливается дамаг. Сегодня с тестовым последним. Волны. Стан. Отхил. Перекрестие. Декс. Значит, без тебя Декс пока. Блин, а с рыбками без Декса тяжеловато будет. Рыбки. Ну, первый проход, ладно. Первый трай. У меня дальняя не светилась. Я в стан попал. Не светилась, по-моему. Ребят, я в стане. Не, ну это уже... Зафейлен это как, ну, прям на самое это... Йо, это, ну, ты зря, нормально. Конечно. Это ты зря. Ну, пусть пойдем. Ну, все, давайте вайп. Вайп? Да, вайп. Окей. Ну, ада попала. Ну, давайте тучку на счет три. Раз, два, три. Тучка. Ай! Ну, у меня откат тучки. А почему откат тучки? Странно. А куда, а где Декс?
Что с ним произошло? Так, ребят, не забывайте, что сейчас надо еще сделать скриншот. Зачем вайб? За тому, что мы... Я теряли. Решил, что это стяжка, и побежал за стенку. А там сюрприз. Так, пока свои зелья прожимаем. Угу. Так, ребят, давайте, смотрите, мы сейчас... Он появится, сделаем скриншот, и буквально одну секунду. Можем отсюда сделать скриншот. Хитро. Отдалите сразу босса. Падаем и делаем очень быстрый скриншот. Я в центре, вы вокруг меня готовы? Погнали. Погнали. Сказала белка, и упал только она. К нему, упал. К нему, к нему, к нему. Есть скриншоты, есть скриншоты, есть скриншоты. Все отлично. Боже, как же неудобно с этой камерой. Не, нафиг мне надо. Там... Отход. Ребят, ориентируйтесь на ульты сами. Старайтесь уже. Стяжка. Ну, стяжка. После стяжки за... не забываем, это заходим. Это не та стадия. Это та стадия, он может сейчас дать. За плиту? Да, за плиту. Белка. После стяжки всегда встала. В Е. Запомни. Ой, башка, башка, башка. Стану. Да, он всегда чуть-чуть встанет. Выходим. Урон. Появляются первые эти. Подстанилки. Кстати, очень странная стадия. Она вроде бы не должна. Должна после рыбок быть, не? Собирайте кругляши, не забывайте. Парики. Отход. Ай. Рыбки. Есть. Большое спасибо за подписку и добро пожаловать на канал. Вот эту не трогать. Вот эту не трогать. Угу. Большое спасибо за подписку и добро пожаловать на канал. Добиваем, добиваем КГБ. Вот это одна. Я ж белка сказала не трогать. Ее не трогаем? Нету, другую. Не другую, это светилось, стоп. Все. Нормально? По идее, да. Сыпаю. Если что, тучки в откате. Все. О, все хорошо. Хорошо, идем дальше. Вливаем дамаг. Боже, как же... Стан, ребят, стан, 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 стан. Ада, не подходи к нему. Всегда на дальней атаке. Ему хватит. Дальняя ОЕшка. Все, 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 нормально. Вышел из стана. Ну что, шарики летят? Шарики собираем. Большое спасибо за подписку и добро пожаловать на канал. Еще летят. Подстан. АОЕшка. Старайтесь вливать дамаг рядом, чтобы КГБ смог вас подхилять, когда бьем. Это может быть немножечко опасно, если стан будет. Стяжки. За стеночку, да? Стан, ребят, ну я GG, все, я ухожу в тучку, я ушел в тучку. Не надо меня спасать, я ушел в тучку, я выживу. Ну, я тоже. А, да. Меня подпишешь. Подхили Аду, Ада не кричи, спокойно. Стань еще уберите. Перекрестие. Я не могу, не могу от места одного выйти. Большое спасибо за подписку. Меня просто в текстуру фигачит. Ты умертва. Это я вижу уже. Бьем. Я застряла в текстуре просто. Большое спасибо за подписку и добро пожаловать на канал. Нет, я застряла, именно мне не отойти было никак. Понятно. Меня возвращало на одно и то же место. Что-то шарик игнорирует нас. Угу, все равно в босса залетел. Угу. Режим зарядки.
Декс, ты хорошо определяешь этих, как кальмаров смотрим? Один светящийся у меня. Вот. Вот этот. Похоже, вот эта линия. Похоже или вот эта линия? У меня. Какая, Декс? Какая? Отметку видно? Да. Бегу. Идите на отметку. Все вместе бежим на отметку. Прикрывайте. КГБ, это где? У меня еще одна есть бусина. Мы, кстати, не пробовали, если на две линии разные бусины засунуть. Мы прошли. Прошли. Вливаем. Боже, как грустно с этим боссом, а? Я не могу комбу на это через вперед этот. Какая следующая стадия? Цвета. Полосы, по-моему. Почему? Какие? Полосы, да, с цвета. Ну, да, цвета. Цвета. У меня белая. Красная. Нет. Нет, нельзя. Ну, в аптечке вообще никого нельзя поднять, на самом деле, в этих боссах. Я не знаю, КГБ есть скилл воскрешения? Перекрестие. Кстати, да, мы не пробовали. Шарики. О, цвета пошли. Синий. Два раза. Озвучивайте. Красный. Белый. Синий. Желтый. Белый. Желтый. Желтый. На желтый идем. О, белый. Красный. Белый. Красный. Красный. Синий. Белый. Ребят, синий. Берем синий. На синий идем. На синий. Берите щит. И сразу в него и бежать дамажить. Вот это очень хитро было в конце, кстати. Угу. Там очень. Там три красных было, потом сразу очень быстро синие были. 9 секунд до конца счета. Стяжка. За конечек не поймали. Стяжка за стену. У нас стяжка как раз совпала с этим, с окончанием щита. Так, АОЕшка первая. Ноль-то до линии. Шарики соберите. Декс, осторожнее. Еще шарик. Бежит, шарик. Поймала. Перекрестие. Шарик. Вливаем. Шарики. Много шариков. Не забывайте, что стадии смотрим сначала на плиты, потом быстро на пол. Что на плитах я могу вам сказать, что на плитах. Хорошо. Говори, что на плитах. Я его вижу. Дальняя ОЕшка. Блин. Я сбил. Отходите. Все, ближнее. Вливаем. 50% хп. Сейчас будет стадия. Кто со мной будет ловить? Давай я. Треугольники. У нас треугольники. На обеих треугольники. Тоже треугольники. Блин. И что делать? Все? Все, стой, сейчас нужно новый появится. Надо еще сейчас появится эти. У меня треугольник есть. Слева, один. Слева. Это еще... ты на стрелку встал. Треугольник слева от тебя.
Все, по идее должны. Все. Лиза, о, есть! Прошли. Сейчас снова цвета, да? Да, скорее всего, сейчас будут снова цвета. Вливаем дамаг пока и смотрим за цветами. Шарики идут. Поймал один. Зарядка сейчас пойдет. Декс, осторожнее, там стан, я его попытаюсь mm-hmm. убрать сейчас. Убрал. Красавчик. Дай. Не забывайте, что тут фишами они взрываются, и это подстанет. Шарики. Еще шарики. Да, музыка в игре. 40%. Сейчас будет следующее. АОЕшка. Ну, что-то у меня оружие встало. Шарики. Да сюда. Ну, давай ко мне. Кс-кс-кс. Все, молодец. Озвучивайте цвета, как будут. Перекрестие. Полосы. До 30%, видать, эти цвета будут. Угу. А чем музыка закончилась? Он на нас обиделся. Даже не представляете, как. Перекрестие. Перекрестие. Пошли цвета. Белый. Желтый. Белый. Синий. Белый. Все, к белому. Это к белому. Белый. Берем щит и сразу дамажим. 30 секунд. Фу-фу-фу-фу. Не дает щит. В смысле? Надо пройти и постоять там 2 секунды. Прям в него. Ах, минус один. Шары. Шары. Отходим. Вливаем. Сейчас будет стадия со скорпионами. Наверное, на юг один возьмет, а белка с КГБ второй. Угу. КГБ гораздо больше дамага, чем у меня. А, тогда наоборот. Ну, у меня меньше всех. Скорпионы. Стадия. Белка в 200. КГБ, ты справишься? Я ж уже знаю, мы хитрые или еще. Ну, я это не спрашиваю, я утверждаю. Как ты не уверен. Вливаем. Еще нельзя. На мне стан, ребята, прям на мне куб появился. Сбиваю. Сбили. Ага, спасибо. Еще в стане стою, сейчас пытаюсь отойти. По нему можно бить, кстати. А что-то хп нет. Ну, у меня хп нет. А вы бейте. Вот теперь. А вы бейте. Белка, ко мне. Сюда. А? А где второй скорпион? Я тебя не вижу. Вот он. Вот он у меня. Я с белкой. Ну ладно, давайте я один буду. В принципе, нормально выношу его. Как больно. Мне тоже.
Что, мне разрешили воскреснуть? Наш готов. У меня нет. А вы убили? Да. А у меня исчез. Ну, 50% нужно снимать. И то он исчезает, все нормально. Так должно бьем. Быть. Бьем, вливаем. Бьем, бьем, бьем. Шарики, много шариков летит. Забираем шарики. Так, у тебя появилось воскрешение? Не-не-не. У меня появилось воскрешение. Ребят, в указанном месте. Там просто время прошло, он тебе не даст встать. Бьем. Заморожка еще больнее стала. Я пробовала в Амаке, не работает. Отход! Отойдите! Не говорю, не флудите. Белка Алексей. Вливаем. Спасибо. Отход. Алики. С другой стороны не успела. Поймала. Два стана было, то. Перекрестием. Сейчас башни появятся по периметру. Какие башни? Вам нужно будет. А, башни, да, башни маленькие разбиваем. Между первой и второй. Надо успеть выпить третью. Ты уже успел? Перекрестием. Шарики. Шарики. Спасибо, Мих. Следите за алхимкой, чат. Шарики. Ага. Все поймали? Да. Да. Так. Я думаю, что мы подходим к стадии... Так, стоп. Перекрестие. Перекрестие. Белка. Давай, как стадии будут, так и будем говорить о них. Перекрестие, с одной стороны. Я стараюсь позади удержаться вас, чтобы мы не все в стан попали. Ну да, лучше по одному. Стан появился нам рядом со мной прям. Два стана, ребят. Пошла стадия. Сначала стан. Так, все. Шарики. Убивайте лазеры. Лазеры, погнали. Есть один. Два убила. Все. Еще? Все? Все. Больше не было. Вливаем отход. Сейчас, секунда, ешки. Шарики. Собираем. Еще шарики. Пеку. Поймала. Вливаем перекрестие. Какой-то странный стан появился. Кубы. Скорпионы появились. Я с КГБ. Я своего. Так получилось, что я снова с ним. Юга, мы убили. Что мне осталось... Есть еще. Мобы. На мне мобы. Сбивай. Лучи. Какие лучи? Ну, в одну сторону, когда он пускает. Угу. А что такое разные кубы висят? Лазеры. Здорово, отец. Еще один дальний. Встань, стою, ребята, я встань, надо мной куб. Да нет, ты не встань, ты просто бежишь. Надо мной куб. Прям. Умираю. Хилю, живем. Спасибо. Офигеть, я белку не вижу. И на бабах рядом с вами. Мобы убили, вливаем дамаг. Ешки прожали. На мне еще мобы. Убила. Отход. Отходим. Большое спасибо за подписку и добро пожаловать на канал.
Ешки есть? Зетку тоже съела. Перекрестие. Перекрестие. Нет! Я сдохла, ребят. Простите. Даже китовку съела. Перекрестие. Лазеры снова. Я вас верю. Лазеры вылезли. КБ у меня два. Я один убил. Убил оба. Я ничего не вижу. Ты убил? Убил, убил. Отход. Дальняя. Нет, наоборот. Да ее купол дожимаем. Дожимаем. Дожимаем! Давайте. Сюда! Хорош! Да! А как нам встать? Ой, мама, у меня руки трясутся! Так рыслим перед боем. Ну, чатик, вы видели, вдвоем проходится, изи вообще-то. О, блин, руки трясутся, чат, руки трясутся! Спускайтесь, лут собирайте. Уа, микрофон давайте, куда улетел? Давайте скрин, на скрин победный. Да, спасибо за подписку и добро пожаловать. Красавчики. Ребят, у меня руки трясутся, ничего не могу сделать. Второй трай. Сюда! Может, еще раз? А давайте! У нас 4 часа, у нас стрим ивентовый, у нас ивентовый стрим 53 минуты, мы за час справились, вдумайтесь, мы за час, да, даже часа... Боже, как же круто! Нет, Юга и КГБ, красавчики, вы прям молодцы. О, ребят, смотрите! Смотрите! Посмотрите! Мышку придется менять, правда, насквозь мокрая. Фух. Хорошо. Ой, хорошо. Че, идем за наградой? Так, давайте вместе еще один скрин у этого выхода, да? Вот так вот сделаем на память. Черные дыры. Большое спасибо за сингулярность. Добро пожаловать на канал. Куда ты так спешишь, красавчик? Ребят, ну, ничего не угрожает. Так, давайте красивые. Ну круто, круто. Че, ребят, выходим за наградой, получается? Пошли. Там еще в последней комнате наверняка знания есть. Вон он их не забирает. А, вот все. Здорово, отец. Для знания. Не забирает. Все, нас забрали. А где знания? Ой, у вас стола, вон миссия. В прошлый раз это было в воде. Ну вот. Я хочу здесь знания найти, оно наверняка здесь есть. Вы видели этот баг сейчас все, да, чатик? Тут вот он это. Реально, надеюсь, агресс у всех есть? Да. Так, протиская штатулочка. Вставить ключ туманного рассвета, правильно? А вот и запись. Фух. Зелизира собирает принести сердце основателя. Сердце Атамагии! Вот что охранял этот змей. Господи, сердце Атамагии. Ну, ё-моё. Сижу, вспоминаю. Вот. Ну, это вот эта хренотень вот вверху. Это же сердце Атамагии. То, что этот Сак... этот... Так, а что там еще? Протийская шкатулка. Что надо сделать, ребят, чтобы... А, вот забрать. Сначала взять штучки на квест. Вы не нашли знания? Пока нет, сейчас квест сделаем. Все, я... Основные задания, аттракцион, завершено время. Так. Вау, тут как... Да-да-да, ивент все взяли на статую змеи, да. Все. Помощь условиям.
Тысяча агресса, информация, источник питания, подключение сики. Там последнее меню осталось. Давайте знания посмотрим здесь еще. Блин, ребята, это круто было. Ребята, мы со второго раза... Ну вот, не читая вот этого, ну, первого, как говорится, скриншот... Давай-давай так, скриншотный трай. Че, ты знания нашел, Декс? Не-не-не, сейчас еще. Фига ты там рванул. Че, еще зайдем ребятам загадки покажем, получается? Да, мы сейчас отсюда выйдем в первую комнату и покажем все. Еженедельный квест не сдастся, если сейчас мы его возьмем. Почему не сдаться? Я забрал, у меня одна коробка, да, а, сундук кристалли, магических кристаллов, портерийская шкатулка, награда, 6 голубых кораллов, цены малахит и 100 фейлов. Так тебе пятюню передают, говорят, ты красавчик. Ой, боже, красавчик, ребята. Щит не залутал почему-то, уперся в стенку, а он мне такой, фиг тебе. Может быть, через текстурки прошел. Так, давайте еще знания. Нашла здесь знания. Опа, белка у них, у нее, на нее, них. У нее на них. Нихт! Нюх! Вот я один. Вот, есть знание. Камень с мягким сочетанием. Минутку, сейчас я к вам подойду. У тебя отметится здесь, или я поставлю этот столбик? Вот. Это было путненько. Слушай, КГБ, ну... Особенно под конец. Вот как эпично. КГБ, ну согласись. Почему пластик? Что случилось? Есть впечатление? Есть вообще вот эмоции какие-то безумные, да? Что? Уф. Хочется еще раз. Хочется. Лучше игра в мире. А пошли на Эльви пройдем. Чего ломаться? Пока. Пока. Открываешь шкатулку? Ой, ну давайте откроем шкатулку. Давайте посмотрим, что там. Нет, Тунра первая выпала. Так, надо сначала камушки открыть, ну там Элькарб меня ждет по-любому за такое, да? Мне гадюк. Элькарб! Элькарб! Элькарб меня ждет! Элькарб! Элькарб вытащил, ну а... Камень темной энергии. Алло, пла, подкручивать! Ай, вы мои хорошие! Рассвет Ва вытащила. Куда ты полетел? Красиво. Нормально, я Элькарчик вытащил. Так, а я... А что это он? А почему он так подпрыгнул, как будто я что-то ценное достал? Подожди. Сундук достал. А, это он на сундук так это, типа, среагировал? Да. Эссенция бездны, кусочек кристалла, 5 порошка битвы, деки, маха и давайте... Так, можно выключить сундук, открой второй-то. Кольцо тунры достал. А я рассвет. Свиток записи Мисики у меня еще есть, ребят. Что это такое? Его это можно... с босса, открывай, тебе знания дадут. Запись Сики 17, мерзавец. Ну что, можно сказать, что миссия Сикарайки выполнена максимально! Хорошо! Вот это да! Вот это красиво, конечно. Можно выходить, я так понимаю, или что тут, по-моему? Ну, можно выходить, да. Я еще не все углы обнюхал. Тысяча очков агресса, запечатанная информация. Ну, вроде все запечатано, голос Сики. А, ну и все, мы тут все прочитали. Ну ты знаешь, ты мерзкий. Ой, я такой. Подожди, а тут знание что ли прямо у самого входа? А, это дверь. Секундочку сделай скриншот. Красивая дверь, кстати. Ну-ка, как-то симметрично надо встать. А, КГБ уже убежал, да? Я мог к вам вернуться. Ну... Нет, да подожди. Хотел один, дайте-ка сфоткаться одного. А он все время... Я не успеваю, он этот копье все время пытается этот обратно засунуть, все. Ну мы красавчики. Не, ну это жестко было. Боже, какой адреналин, какой кайф, я не знаю, просто... Угу. Безумно кайфово. Не, ребят, больше ничего не нашел. Не нашел? А в финальной комнате только одно знание всегда. Слушайте, ну мы на последних двух, мы вдвоем, боже, ну слушайте, а, ребят, напоминаю, мы убивали на второй стадии, не на третьей, на второй. На вся стадия босса была, вся абсолютно от начала до конца была вторая. Угу. Так, а куда мне... Ну что, мне... пошли показывать загадки? Возвращение в сады Сики нужно, да? Да, в сад, да. Сики возвращаемся. Так, ребят, просто я не знаю, как-то вот надо спросить у товарища Гремов, нам все...